работу она уже считает добровольческим актом. 47-летняя Юлия Рыбочкина – психолог с 20-летним стажем в Ульяновском центре социально-психологической помощи «Семья». Начавшаяся пандемия, как признается женщина, лишь помогла собрать все пазлы воедино и понять. Она душой и телом доброволец. Как и другие волонтеры, Юля в свободные минуты пересаживалась с телефона рабочего на линию 112, тем самым поддержав волонтерское движение «Мы вместе». Я понимала, что люди будут в растерянности, люди находятся в травме, люди не понимают, что делать, и им, скорее всего, нужна будет как психологическая помощь, да просто послушать, просто покивать головой, чисто человеческая помощь. Волонтеры может прийти человек, у которого действительно более-менее все хорошо, который понимает, что без него здесь никак, и именно он может, ну, пусть немножко, но чем-то помочь. Помимо звонков и ответов на вопросы, наша героиня также фасовала и разносила продуктовые наборы, лекарства пожилым и всем нуждающимся, ездила с караваном добра. Нередко помогала справляться с эмоциями и стрессом самим волонтерам. Мы сидели, мы разговаривали, плакали, потому что были и обиды, было и непонимание, и бабушки полицию вызывали по какой-то причине. Нет, это не из-за того, что что-то кто-то не очень хороший, но просто вот такие обстоятельства. И кто-то правда очень боялся, некая тревога, какие-то непонимания, и агрессия. И выговариваются, они проплачутся, и утром вновь готовы. И да, и вот здесь мы собирались, садились на травку и разговаривали. Юля уверена, что услышать спасибо, реализовать какие-то свои амбиции – это не главная причина вступать в ряды волонтеров. Да и вообще не причины. Все дело в реальном, неподдельном желании помогать вне зависимости от возраста. Если хотите, неумением усидеть на одном месте, добавляет психолог-волонтер. Я так благодарна и себе, что я туда пришла, и им, что они меня приняли в свои ряды, потому что я увидела вот этих ребят, вот увидела эту крутизну, и я готова с ними в разведку, и я готова с ними, но войны не хочу. Давайте ее не будет. Но я готова делать с ними дела. Юлия Рыбочкина не намерена останавливаться в своих добровольческих порывах, как и не намерена уходить из любимой профессии центра. На линии 112 уже справляются без помощи волонтеров. Вопросов, как и паники, значительно меньше. Многим, кому женщина помогала во время жесткой самоизоляции, продолжает навещать и общаться до сих пор. Рената Алиулова, Владимир Куликов, новости Улправда ТВ.